Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня мы приготовим натуральный, проверенный временем народный рецепт, который поможет убрать даже сильный кашель за 3 дня. Этот рецепт подойдет как деткам, так и взрослым. Мы будем готовить медово-горчичную лепешку. Нам для нее потребуется сухой горчичный порошок, мука любая, жидкий мед. Если у вас мед засахарился, его можно немного подогреть на водяной бане. И растительное масло. Можно взять любое, у меня подсолнечное. Все эти компоненты мы сейчас будем смешивать в равных пропорциях. Я возьму по 1 столовой ложке каждого из них. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Мы все тщательно смешали. Теперь эту массу надо поставить на 3-5 минут в духовку. Получается вот такая лепешка темно-коричневого цвета. Раскладываем ее на полиэтиленовую пленку. Накладываем на грудь. Для усиления эффекта необходимо сделать 2-ю такую же лепешку и положить на спину. Прикрываем нашу лепешку хлопчатобумажной тканью, утепляемся, надевая, к примеру, шерстяную кофточку или свитерок, и укладываемся спать. Лепешка эта не жжет, поэтому спать с ней можно вполне комфортно. Утром все снимаем и протираем места компрессов. Уже через 3, максимум 5 таких процедур у вас не останется ни кашля, ни хрипов. Думаю, сейчас, в такую промозглую, холодную погоду, этот рецепт будет для вас особенно полезен. Как обычно, жду от вас оценок и комментариев. Возможно, кто-то уже лечился такой лепешкой. Пишите, мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!